Помощь в реализации материнского капитала всего за один день. Без справок о доходах, низкие требования. Просто, быстро, легко. Звоните 509-002, улица Генделя, 5. Мороз воевода дозором обходит владения свои. И ему, воеводе, совсем не принципиально, какие владения обходить. Окна в российской хрущевке или целый маяк. Вот этот, к примеру, расположен в штате Мичиган, на берегу одноименного озера. Он был построен на пирсе святого Иосифа более века назад. Однако работает и сегодня. Но никогда маяк не выглядел так сказочно, как настоящий волшебный замок. Надеемся только, что маячники успели уйти домой до наступления холодов. Вот уверена, что каждый из нас хоть раз мечтал иметь такую работу, чтобы ничего не делать, а деньги и славу получать. Вот этому юному британцу Элайджа Квоше это, похоже, удалось. Мальчик стал звездой сети благодаря обзорам о жареной курице. Последний опубликованный им ролик за несколько дней собрал почти 2,5 миллиона просмотров. На видео Элайджа, взявший себе псевдоним «Куриный сомелье», серьезным видом дегустирует жареную курицу из различных британских ресторанов, после чего выставляет ей оценки по 5-бальной шкале. Это ж какая экономия в семье Элайджи на продуктах. Да и мама его никогда не расстраивается, что у ребенка ну совсем нет аппетита. А в это время вся мировая общественность уже достала с антресоли коробки с елочными игрушками. Или вы пойдете в магазин и купите новые. Да и елку вы поставите модную дизайнерскую. Мы подготовили для вас ностальгическую подборку. Как отмечали Новый год тогда, когда не было Wi-Fi, когда мы свято верили в Деда Мороза и писали ему длинные письма. А единственным украшением были бумажные белые снежинки. И ведь хорошо было. Ну и будет ровно через 9 дней.